игровая игра, эмоциональная, что, наверное, в первую очередь для нас нужно, это настрой, желание играть, желание показывать то, что мы умеем. К сожалению, счет не в нашу пользу, хотя ситуации были для того, чтобы более удачно сыграть. Но в целом упрекнуть моих ребят мне не в чем. Спасибо. Да, если есть. Степан Мусов, комментатор сегодняшнего матча. Вопрос, два диаметрально противоположных по результату и в целом по рисунку игры тайма. Первый, ну фактически за Уфой остался, в том числе и по счету. Объясняется ли это тем, что короткая скамейка? Может быть и в какой-то степени и так. Второй момент, все-таки мои ребята, они помоложе. Скажем так, физически пока послабее. Второй момент. Третий момент. Все-таки Урал первый тайм не так агрессивно, активно играл, как мы ожидали. Поэтому где-то, может быть, преимущество на нашей стороне было. Второй тайм они добавили в движение, добавили в агрессии впереди. Поэтому нам стало сложнее. Но мы, в принципе, были готовы к такой ситуации. Не хватило силенок, не хватило реализации. При счете 1-0 у нас были моменты забить второй мяч. Тогда, наверное, исход был бы другой, но, к сожалению, не получилось. Есть ощущение, что замены как раз со стороны Урала 2 спутали вам карты, поскольку такое ощущение, опять же, что первый тайм был рисунок игры Урала полностью прочитан вами, и все зоны перекрывались, буквально только перепас на своей половине оставался. А потом пошли замены, и все изменилось, видимо, потеряли своих. Вот вопрос по этому моменту. Сегодня во втором тайме у нас выходили ребята совсем молодые, из молодежной команды, естественно, им тяжело еще структуру вот устраиваться при таком сопротивлении, при такой активности. Но у нас подход такой, надо давать им возможность ощутить себя в более взрослом футболе. Вот другого пути у нас нет, ну и ребят у нас уже больше нет, скажем так. Спасибо.